Привет, друзья! Пытаетесь установить Windows на компьютер, или, скорее всего, даже на ноутбук, и вот натыкаетесь на такую беду. При выборе дисков как бы и нет, особенно это грешно с SSD-шниками, а предлагается загрузить некий драйвер, откуда-то его надо взять, как-то его там на флешку впихнуть, и некоторые даже это делают, и у кого-то даже получается. Я сейчас покажу, как это сделать проще, гораздо проще. В любом случае, нам надо зайти в BIOS. У кого-то F2, у кого-то Dell, у кого-то может специально такая красная большая кнопка BIOS. Так, у меня уже установлен пароль. Пароль надо установить обязательно для того, чтобы отключить Security Boot. Security Boot надо установить Disable. Чтобы его отключить, надо в Security установить пароль. Любой пароль, вы его устанавливаете, обязательно запоминаете, он вам пригодится. Потом вы его сможете убрать. Когда установили пароль, вы сможете отключить Secure Boot. Но не об этом речь. Заходим в Main. Видим, что тут как бы особо ничего такого нет. Ищем кнопочку Ctrl и S. Ctrl, S. Появились дополнительные волшебные пункты меню. У кого-то это будет что-то связано с SATA, SATA режимом. У кого-то есть VDM контроллер. Когда включен SATA режим или VDM контроллер, вы не видите жесткого диска. Какого-то хрена так это вот придумано. Специально для того, чтобы те, кто устанавливали Windows, зарабатывали на этом. VDM контроллер. Отключаем. Disable. Все. F10. Ждем загрузку с флешки. Естественно, там, где boot меню, уже установлена загрузка с флешки. Флешка торчит, на флешке винда. Не об этом речь. Речь о том, что мы не видим жестких дисков. Не видим жесткого диска. И я тоже с этим неоднократно сталкивался. Хватался за голову. А все решается очень просто. Смотрим. После такой нехитрой операции мы начинаем видеть жесткий диск. Ну, а дальше уже установка, как и положено. Как и положено. Устанавливаем официальную винду, официально ее регистрируем, естественно. Все, друзья, занимайтесь. Всем добра. Надеюсь, кому-то помог.